Софии ужинать. На, покушай. Держи немножко. Это что, мама? Макароны. Надо кушать макароны с овощами обязательно. Овощи очень полезные. Будешь? Да. Мама, не хочу конфетку. Конфетки? Никаких конфеток, пока не поешь. Софи, у меня идея. Давай мы загипнотизируем маму. И вместо противных макарон с морковкой мы попросим конфеты. Я могу это устроить. Да. Хочешь? Давай! Сейчас мама придет, и мы ее загипнотизируем. Ты ничего не съела? Может быть, тебе принести кашку? Давай я принесу кашу. Хорошо, я принесу конфеты. Ники. А как пить? Откуда тут взялись конфеты? Напей водичку, а я принесу тебе кашку. Сок хочешь, не хочешь пить водичку? Кажется, у меня опять появилась идея. Сейчас мы загипнотизируем маму. Какой ты хочешь сок? Это. С яблоком? Сейчас, сейчас. Зайка, ты что, не пьешь водичку? Надо немножко попить. Хорошо, я принесу сок. Держи. Что происходит? Ты пьешь сок? Ты же еще не покушала. Откуда он взялся? Сейчас я принесу тебе кашку. Так, зайка, на, кушай кашку. Покушаешь, и может быть тогда получишь что-нибудь сладенькое. Давай я тебя выберу. Почему ты не кушаешь кашку? Невкусная? Вкусная, с яблочками, полезная. Будешь кушать? Нет? Хорошо, вместо каши я принесу что-нибудь вкусненькое. Вот что у меня есть. Вау. Ну что, вкусные сладости? Да. Ну классно у тебя получился сегодня ужин. А что ты еще хочешь? На море хочу. Ты хочешь на море? Да. В этом я тоже могу тебе помочь. Закрой глазки. Подпишись и поставь лайк!